На данный момент выполнены работы по демонтажу мраморной отделки, которая, ну, собственно говоря, это даже не демонтаж, это снятие крошки, которая там оставалась. То есть, ну, по сути дела, получился обработка существующей оставшейся поверхности, восстановление ее, подготовка к дальнейшей эксплуатации, нанесение упрочняющих составов для безопасной эксплуатации обелиска в дальнейшем. Сейчас производится разметка и монтаж крепежных элементов уже. Дело в том, что здесь очень интересный момент в части крепления, потому что это многоплоскостная поверхность, и все плоскости должны сойтись в конечном итоге. Поэтому больше всего времени отнимает именно вот эта разметка. Следующим этапом будет крепление направляющих профилей и монтаж отделочной керамической плиты на вот эту вот смонтированную подсистему. В связи с тем, что очень сжатый график работ, работы продолжаются, ну, все дни недели. Единственным ограничением является темное время суток и, скажем, работа опасная для проведения на работной высоте. То есть, если это там обледенение или... Это то, что нам мешает. Ну и ночью, в общем-то, в ночное время работы проводить нельзя. Все остальное, в светлое время суток работы производятся, потому что мы должны закончить к 10 апреля, к 75-й годовщине, ремонт звезды. То есть мы восстановили, изначально планировалось выполнить локальный ремонт моментов, где поталь деградировала. То есть, ну, поталь — это покрытие по существующей металлической конструкции. Когда для того, чтобы выполнить покрытие, которая будет пригодна к дальнейшей долговременной эксплуатации, нужно тщательно подготовить поверхность. Когда начали готовить поверхность, оказалось, что края вот этих вот моментов, ну, скажем, там, где оставалась еще поталь, она не держится. То есть, когда начали защищать, оказалось, что, в общем-то, границы вот этого вот элемента деградации мы не можем зафиксировать, потому что отваливаются следующие участки. Поэтому было принято решение в экстренном порядке готовить всю поверхность и обрабатывать ее всю. Были выполнены работы, ну, после зачистки, это тщательное обезжиривание специальными, там, доочищенный white spirit и так далее. Потом это двухкомпонентный фосфатирующий грунт. После этого трехкомпонентная упрочняющая эмаль, которая является уже основой декоративному слою отделочному. Ну и покрытие, опять же, то есть если та была трехкомпонентная, она высокопрочная, то декоративное покрытие, которое должно сшиться со всеми предыдущими слоями, двухкомпонентная акрилановая эмаль. Вот, собственно говоря, это то, что сделано на данный момент. Я согласно графику, я сейчас точно сказать не могу, но мы должны на следующей неделе, то есть с завтрашнего дня начинаются уже работы по раскрою плоскостей крупноформатной керамической плиты, которая будет отделана обелиском, это ламином. И со следующей недели мы уже начинаем сверху монтировать. Причем, я думаю, будет очень интересный эффект для одесситов, когда леса будут постепенно разбираться сверху, и памятник будет вырастать из лесов. Ну, должно получиться красиво. Мы делаем все для этого.